Ребят, 1 сентября. Я еду по Симферопольскому шоссе от Москвы. Я выехал с дачи. Дача-то у меня уже в районе Чехова, то есть в отдалении, да? Все галтело сегодня прутся, все, значит, чаты взбухли, все шлют друг друга своих детей, которые пошли в школу, там всех этих линеек многочисленных. Ой, вот здесь у меня, конечно, во-первых, хочу сказать, что 1 сентября для меня было всю жизнь мучительно. Ну, как-то нет, подожди, я помню, то, что я даже хотел пойти в школу, я даже в 90-е годы, я даже планировал, вот уже в августе, думаю, как я буду чистенько вести дневник, все тетрадочки хорошо заполнять, и, в общем, с этого начиналось, потом все опять скатывалось все равно. То есть, стоило мне уже там сделать какую-то помарку, я уже тетрадку все не вел чисто, вот. И, короче, ну вот, только что вы видели совершеннейшее безобразие. Вот за что нужно просто напрямую лишать прав, я считаю, вот на, ну жестко лишать прав вот за это. Без вариантов. Не за, извините, наезд на выделенку там, да, вот за что со всех стригут. Не за превышение скорости на 5 км в час, а вот именно за такую езду. Там кто-то уже доездился, что ли? Я просто встал. Ну вот, и значит, но все равно какой-то такой душок от этого, от всей линейки. И вообще, друзья мои, вот у меня... Я вообще традиционалист и ультраконсерватор. Я вот этого не понимаю. Вообще, это же раздолье для всех этих гондонов, блин. Вот эти вот традиции, линейка, да... Это же раздолье для гондонов. Ну же вы понимаете, о чем я. Ну, празднить все эти линейки и ЗАГСы закрыть, я считаю. Все, ЗАГСы закрыть. Хотите пожениться, а нельзя.